Нераст, нібыта магніт, прыцягвае нечыстых на руку рыбаловаў. 33 факты парушэння закону, 4 з якіх выліліся ў крымінальныя справы. Такая карціна склалася ў Магілёўскай вобласці толькі ў маі. Апошнія выпадкі нанеслі шкоду навакольнаму свету больш, чым на 40 мільёнаў рублёў. Кожным. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. На світанку двух магілючан затрымалі на возеры Ланькаўскае, што каля вёскі Атвердзіца Бялынінскага района. Па словах інспектараў прыродаахоўы, якія прадаставілі фота, рыбу падчас нерасту мужчыны лавілі сеткамі. Они причинили вред природным ресурсам на сумму, превышающую 40 миллионов белорусских рублей. В отношении задержанных на данный момент сотрудниками следственных органов решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. На Рудеі у Чавускім районе картина практично тая ж. Только удельник подеи один – мясцовый жыхар вёскі Прыазёрная. На оперативном видео правоохоўнікаў бачно, як парушальник достает сетки. Улов амаль на 40 миллионов рублей. Убегали чего? Ну как чего, инстинкт. Парушальник затриманы за незаконную ловлю у першиню, однако отказность его может ждать серьезная. Максимальное наказание как в первом, так и во втором случаях нарушителям может грозить лишение свободы сроком до 2 лет. Нераст протягнется до 30 мая уключно, нагадывают инспекторы. До этого часу, каб не перетвориться у злочинцу, запомнить треба усяго одно правило. Одна вода с берега у светлый час. Усе остальные варианты – это порушение закону. Алиса Рыбалка, Сергей Вишневский, Новини Регион.